Алоэ вместо луция не заходишь. Можно сум. Сейчас трэш добьем. А, я думал, перед боссом стоит. Че там говорят, Джайну сломали, теперь можно на халяву в РСХМ ходить? А тюн не убирали они? Как связано Джайна и РСХМ? В смысле, типа, раньше говорили, пока Джайна не убьет, типа, в РС не убьет. Нет, только лич надо было. Джайна кастомный босс, он никак не относится к походу. Нет. Про то, что мы, типа, вы нельзя не было ходить на Джайну из-за того, что, типа, на Джайну... Нет, прохода, да. В РС попадут. Последний ответ админов был, что скоро ее включат. Нет, он другой. Что, что у нас... Это никак не связано с проходкой. Тут специфика. Имеется в виду личное унижение гильдии этого состава. Да-да-да. А, типа пока Джайну не убиваете, не идете в РС? Да-да-да. Ура, это не унижение, это мотивация. Ну, те же яйца, только в профиль, как выражается Элдрил. Ее еще могут включить до того, как мы в ЦЛК пойдем, так что рано радуйтесь. Мне сказали, что на этом когда не включат, на следующем только. А с чем связано? Что-то там нерфит. Фиксит. Че ее еще нерфить, я не могу. Не нерфит, фиксит, не доработает. Какие, ну бы себе пофиксит, чтоб купол не пропал, челики, ну, наподобие того, да. Круто будет. Да, ну без купола прикольнее было. Жертва купола тогда была прикольная. Просто куполы сюда, такие челики в центр бегут. Не, ну это надо было догадаться. Да не, это зашквар, я считаю. Мясо дадите? Стоит рыба. Так, 16 минут еще было. Баффа-то.
На инженере пианиста, алоэ с тебя, правое 2. Ну и, соответственно, потом феникса с тебя. Типа как огненный столб, да, она кастуется? Можно у вас баф? Если так рады не починили. Как он бегает, интересно, так же? Сейчас увидим. Короче, на пол. Раньше на спортрежиме, да, он бегал. Денчик чего не хватает. Слышно, прием. Прием. Все подлагали сейчас. Не заметил. Давайте, пуляйте там, 17 минут запрос остался. Ты пук сказал? Не пук, а пул. Этот юмор пропердёшь. Всё как у всех. Ох уж этот пук на пул. У нас пул боссов лудить не стоит сейчас. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Лонидусом. Анара Лапилоре.
Войд, подними Дарксиса. Справа. А теперь слева. Сука. Пройдем, у нас и пост. Где он, блядь? Вот он. Вот здесь. Сюда, сова, корова. Она днем не видит. Справедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Алло, это тут? Да. Ты на бабе-то агро набираешь? А, не, все равно да. Пока тут, поднимай Нурси. Вагу, у меня тоже есть БРС, что? Ну, ты поднимай, значит, мгновенную поднимать на Микадзе. Ты стой, кто там, Дарки? Чтобы она не бегала, отойдите от нее. Не стемтиться. Раса, умер от бомбы умер. Он повис, говорил. Ну, наверное, БР есть. У меня дисконнект. У кого есть БР? Плюс чат. Нурси есть. Нурси, поднимай, йотун. Еще у шторм вроде есть. Кель, если что, активировался. Дайте
контроль. Че ты меня так жестко откинул? Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, хилов нету, можно падать. Охуеть. Что-то у нас это вообще прям весело. Тут уже все. Мы что, падаем, стоим? Ребят, ну кто-то хоть у штурвала, скажите, что делаем? Падаем, стоим. Я же сказал, падаем. Хилов нету, падаем. Я тоже могу встать. И нам закиньте. Склонитесь пред моей волей. Призываю силу солнца. Где контроль кота? Кто там? Вам не победить. Ребята, ложитесь, там нечего делать. Станьте возле босса, сдохните, злите в лужу. Там не добить босса уже никак. Минус 10 дд, минус 5 хилов. Фениксы не будут убиваться, вайп будет. 5 бэров на кд, не ребенка. Слышно вообще, нет? Да. Сфейдился? Вроде сфейдился. Минутку бьет. Рыб стоит. Где Настя? Настя здесь? А будет сум? Мне вообще слышно, нет? Да. Да, слышно. Так будет сум или нет? Мы тут стоим с фразкой. Сумонят. Если мы зайдем, не запустится? Сумонят. А Настюха вылетела, да? Да, и на это у нее упал. Фарад, ты здесь? Да. Пока тут в хила, Фарада в рейд. Может, кота на рти в хила проще будет? ТДшники покруче тут будут. Если у них хила. Ну, можно и так. Давай на рти ты похилишь, а пока тут остаешься в сове. Рычу на пул. Бафы дать. Бафы. Амфрист, нажми тоже что-нибудь. Тыкните на свой. Этот. Один из локов вызовите без. Один, говорю, Даркис, вызови бе. Есть вроде.
ауру вижу. Да, вон стоит. Дарк ССС есть? Прист, дай баф. Дашь его по Нурси. Еще раз рычу на пул. Пуляем. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля-Норе. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Святокрада Таладрада. Перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за мной! Потягаться с моим главным инженером Телониусом. Она И вот он, топор всегда РДДшками бьется. Да.
Мейз кто-нибудь видит? Вот он, блядь, возле щита. Пошарься. Нашел? Нашел, нет? Прием, прием. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советами сразу. Мои люди тоже никогда не знали справедливости. Я лишь возвращаю то. То, что ты скажите. Да, да, слышно. Вы это не говорили, Лока? Нет. Нет, я не говорил. Пока тут поднимает Даркиса. Мили, мили отошли. Мгновенно поднимаешь шторы, войд поднимаешь норси. По минус 4 к. Тимуш нямку. Пиздец. Че там, ну, шестидроидов нет ветра? Новую не снял никто, я не мог дотянуться до феникса.
Бэр, у кого еще есть? Шторы поднимай, Норси. Войда есть, Бэр. Поднимай Войда. Войд Норси. Я в контроле, Феникс гуляет. Ебать. Все, почему у нас нет, короче, контроля по людям в МК? Я ветра кидал. Твоя карта бита. Вам не победить. Сегодня рейд веселый. Тебя толку, как от ребенка. Твоя карта бита. Там потому что первый челик на спидах бегает. В смысле, не догнает. Рыба стоит. А вон стоит Дживс. Бей его, отойду на 2 минуты. Даркис, поставь шкаф. Я ручу на пул. На 7 минут можно забыть про ГР. Просто отец, женёк, чего не хватает? А хватает. Повторный РЧ на пул. На ком баба висит, РДДшники, когда срываете, стойте на месте, она бегает всех подряд. Редвар, тебя ждем. Он био отошел, по-моему. Одну минуту отошел. Я тут, если что. Ждем, алоэ.
такое тут. Пуляем. Дарки с СС, дай по нор сидеть, откатился. Норси смертница. Люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля Норре. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Вы можете не напрямую бежать, чтобы хоть как-то, блядь, его убили. С моими лучшими советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. Здесь надолго. Эльфы крови, высшая раса.
недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но... мои люди тоже не хотят драться. Возвращают долю. Мякай, мага, бей. Что ты делаешь-то? Контроль. Не убейте хила, дайте ветра. Феникс, если что, ребята. Контроль.
Дайте спел. Пожалуйста. Вау. Иди, миленький Феникс. Контроль 3 секунды. Хила в контроль, хила в контроль. Блять, не кинь, че. Еще ветра. Снимите корни, корни снимите. Контроль 3 секунды. Дайте по Женьку контроль. Феникс и яйцо сейчас. Яйцо. Мои планы должны сбыться, и они сбудутся. Истинная мощь. Бафните шаманов, пожалуйста. Да, ладно. И можно сейчас будет Геру дать по мне? Я все равно у меня КД шлось. У меня КД просто. Дайте шаман ее. Кто-нибудь. Откат. Что будет, если перевернуть ваш мир вверх дном? Что за дроп? Мили лужа. Милики лужа. Дебилы. Thank you.
Просто отец есть встать? Нету. Норси, понимай просто отца. Может меня, а я кого-нибудь, у меня тоже Берри. Ты сдох от лужи, можешь лежать, отдыхать. Я понял. Меня Берри может. Класс, еще и выкинул, походу. Скажите, когда бьете, а то меня выкину. Разобьем. Пиздец, пинг 400 стал в конце. А сколько ГП за шею дает? 389. Можете резать за колонны лежу. Перекур будет, да, небольшой? 5 минут после разрола лута. Можно свиток сразу положить? А, спасибо. Можно вопрос по ДБМ задаю? Нихуя себе. Вообще хуя. Ну что, плащ совсем никому не нужен, даже новспек. А чё, кто друидовский токен забрал? А чё, на хила новспек. Пойдёт? Разве... Полипалу это не заходит. А ну-ка, линкани его. Блять, вон Фарада скинул, посмотри. У меня вот такой вот стоит за ОД. Этот лучше будет, чем мой. Вагом по прибору уже идёт. Вага, дашь? На офспек Войд забрал токен с роллом 91. У остальных был меньше. Фарада, отдай плащ Войду. Там отдал. На целый один хоть. Там же какая-то фишка с офспеками, там на оф-оф роллил или на оф просто? Ну, офспек приоритетнее третий успех. После перекура в ЗС на боссов, которых успеем. Роль свиток.
Стой в Долоране просто.